холодный счастье пройдет сквозь огонь и дым. Дружина юных пожарных, агенты 01. Мы агенты 01. Мы агенты супермены. По звонку на 01. Учимся, будто мы спортсмены. Прилетим мы на пожар. Если вдруг это случится, вся команда наша мчится. По звонку на 01. Вы спрашиваете, почему мы в дюб? Все очень просто. Никто, кроме нас, а мы просто класс. Это только в нашей школе есть команда единомышленников, объединенной общей целью. И все ее знают. Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить. Да, это в нашей школе есть творческий и креативный руководитель, который помогает нам всегда и во всем. Князь, смирно. Значит так, слушайте меня внимательно. У нас по плану я в декабре я в нашем микрорайоне. Ура! Ура! Дети меня понимают буквально с полуслова. Слушай, а как думаешь, что это за штука? Ну, я думаю, это колпак. Да нет, какой это колпак? Это ведро, наверное? Ну, это не может быть ведром, у него нет дна. Слушай, это, наверное, шлем. Знаешь, как у крестоносцев-то? Эх, вы, знатоки истории! Это же ведро для тушения пожаров! Невероятно! Но факт! Да, это мы часто нажимаем на красную тревожную кнопку, а все остальные дружно эвакуируются из здания. Внимание! Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение! Согласно плану эвакуации. Вот как надо! Внимание! Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение! Да, это нас учителя безоговорочно пускают с уроков, потому что нам надо выступить на городском слете ДЮК. Ребят,
это нам директор школы говорит. Мы вами гордимся! А все остальные выражают респект нашей команде. Задей. Много разных шумных игр и развлечений, но полезнее все же и нужней не допускать пожара на планете.